хочется поблагодарить, да, свою команду за то, как они провели агрессивно, да, в атаке первый тайм, надежно в обороне. Их поздравить с победой и сказать им спасибо. Ну, конечно, да, мы играем, да, на год, получается, старшими ребятами, где-то физически уступаем, но это нам на пользу, да, приходится быстрее думать. И, конечно же, на этом акцентируем внимание, что нельзя проигрывать единоборство. Кто выигрывает больше единоборств, тот выигрывает матч. Сегодня Волгарь создал некоторые моменты именно со стандартных положений, было сложно нам, да, могли они нас огорчить, но ребята выдержали, и поэтому такой результат.